Почему важно заниматься осанкой? Неправильная осанка влечет за собой усиление птоза. Если вы ссутулины, у вас голова и лицо автоматически опускаются. Дальше, если шея не выпрямлена, то формируются складки на шее и, как следствие, морщины. Также это влечет за собой опускание груди. Для груди у меня будет отдельное видео с комплексом упражнений. Поставить грудь на место реально, просто нужно заниматься. А сегодня мы поговорим об осанке. Точнее, не поговорим, мы позанимаемся. На YouTube я отсмотрела практически все, что есть про осанку. Вариантов огромное количество. Показывают и такие, и сякие упражнения. А мой комплекс я выработала с годами, поскольку я человек с неправильной осанкой с детства. Я закончила музыкальную школу от звонка до звонка. Все, кто учился в подобных заведениях, обладают такой способностью сутулиться. Вот. Поэтому мне пришлось работать над собой, и мне удалось благодаря этим упражнениям выпрямить спину, и теперь я хожу, я не сутулюсь. Это удивительно, но это факт. Я предлагаю вам делать этот комплекс вместе со мной каждое утро, и вы увидите результат. После выполнения буквально сразу вы не захотите сутулиться. И постепенно, делая его каждый день, вы привыкнете прямо держать спинку. Вместе с этим у вас начнет формироваться угол молодости, потому что с годами, например, он у меня стал лучше. Выпрямится шейка и кожа, натянется, морщинки начнут разглаживаться. При наличии ухода, конечно, дополнительного, о котором я говорю в других видео. Сегодня вам не потребуется ничего, кроме желания заниматься и удобной спортивной одежды. Ноги ставим на ширину плеч. Thank you.